Место крушения самолета оцеплено. В зону трагедии стянуты силы со всех близлежащих районов. Известно, что до сих пор продолжаются спасательные работы. На месте работают сотрудники полиции города Алматы, департамента полиции Алматинской области, ДЧС города Алматы и Алматинской области. На сегодняшний день сейчас мы проводим спасательную работу. Здесь на месте работают спасатели, также оцеплены сотрудники полиции полностью место происшествия. Предварительно было 90 пассажиров, есть погибшие и выжившие. На сегодняшний день сейчас всех выживших увезли, значит, во все учреждения здравоохранения. На месте полностью создана комиссия. Сейчас по остальным погибшим выясняется.